новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза». Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане проект производства фурнитуры для дверей одобрили к включению в перечень приоритетных. Об этом сообщает в корпорации развития. В рамках реализации инициативы инвестор намерен расширить действующий в Уфе выпуск фурнитуры из алюминиевого и ПВХ-профиля, а также увеличить объем производства комплектующих с 500 тысяч до 1 миллиона единиц в год. Предполагается, что с расширением предприятие увеличит мощности и полноценно займет нишу ушедших с рынка производителей аналогичной продукции, расширит географию поставок. Объем инвестиций в проект составит 125 миллионов рублей с созданием 25 новых рабочих мест. Отмечу, что ранее «Ювента» получила земельный участок без торгов. Также инвестору предоставят льготы по налогу на прибыль и на имущество организации. Напомню, что включение проекта в перечень приоритетных предусматривает также применение специального налогового вычета. Республика компенсирует муниципалитетам затраты на вывоз мусора после ухода рекоператора Дюртюли-Мелиоводстроя. Речь идет о городах Агидели, Нефтекамск, а также о Краснокамском, Татышлинском и Наульском районах. Об этом на совещании по обращению с ТКО заявил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Напомним, Минэкологии республики воспользовалась своим правом и прекратила деятельность одного из рекоператоров за некачественное исполнение контракта и многочисленные жалобы жителей ряда муниципалитетов, где работала компания. Действие контракта истекало 17 июля, однако уже до этого в районах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения инфекций. Это стало следствием накопления мусора на контейнерных площадках. В оперативном порядке к вывозу подключились местные власти и службы. Накануне было принято решение возложить обязанности рекоператора на один год в зоне номер 2 на компанию «Экосити», которая уже работает в южных районах республики. Городским спортивным тренерам будут предоставлять по 1 миллиону рублей подъемных. Проект «Новые меры поддержки» для специалистов рассмотрели в ходе заседания правительства под председательством Андрея Назарова. Сейчас в регионе действует программа «Сельский тренер». С 2020 года 103 специалиста получили господдержку, еще 55 тренеров в этом году. Практика Башкортостана была адаптирована в 24 регионах России, заявил министр спорта республики Руслан Хабибов. По словам Андрея Назарова, новая программа для жителей городов должна улучшить спортивные достижения земляков. Давайте, Александр, тогда по итогам года, да, итог подведете, доложите, как эта программа заработала. Потому что сельский тренер у нас образцовым является, да, на федеральном уровне замечен как самый лучший. Вот так и по городскому тренеру тоже надо отрабатывать. Это и важно, это имидж Башкортостана как проекты, которые направлены на поддержку наставников, спортсменов, направлены как раз то, что нужно стране в целом. Поэтому надо здесь все делать эффективно. Реализовывать программу «Городской тренер» будут в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Среди требований проживания в республике не менее 5 лет, выплата в 1 миллион должна пойти на улучшение жилищных условий спортивных наставников. Ежегодно для участников программы из бюджета региона будут выделять более 30 миллионов рублей. В Башкортостане военнослужащим, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации планируют бесплатно выделять землю. Соответствующие поправки в закон о регулировании земельных отношений разработало региональное Минземимущество. Документ размещен для прохождения антикоррупционной экспертизы. Предполагается, что мера будет распространена на военнослужащих, добровольцев, а также на сотрудников Росгвардии, ветеранов боевых действий, нуждающихся в жилых помещениях. В случае гибели бойца из-за ранения или болезни, полученной в ходе СВО, право на получение участка будет у членов их семей. В законе также планируют прописать список документов, которые необходимо подать бойцам или семье для получения земли. В июне Владимир Путин рекомендовал региональным властям, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям спецоперации. Такой пункт содержится в опубликованном распоряжении главы государства. Ранее президент давал такую рекомендацию властям Подмосковья и Крыма. Башкортостан в пятерке лидеров среди регионов России по итогам конкурса «Студенческий стартап». 62 учащихся вузов республики получат по 1 миллион рублей на запуск бизнеса. Итоги третьей волны конкурса объявил Фонд содействия инновациям. Всего победителями стали более 1200 студентов из 68 регионов.
Отбор включал несколько этапов экспертизы, в том числе защиту в онлайн-формате. В состав жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность разработок. В первую пятерку по количеству лучших инновационных идей вошли Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область и Башкортостан. В республике самыми активными стали учащиеся Уфимского университета науки и технологий, Государственного аграрного и нефтяного технического университета. Большую серьезную работу ведут в вузах. Вот. Уфимский университет науки и технологий здесь лидер в этом году. И они, в общем-то, достаточно активную работу ведут с технологическим предпринимательством. Сейчас вот эти ребята, кто победители, они будут получать поддержку уже, ну, то есть консультационную, как правильно вести. То есть уже это и в стенах университета, и, что самое важное, с индустриальными партнерами, с которыми взаимодействует университет. Как отмечают в Фонде содействия инновациям, большинство проектов победителей в сфере цифровых технологий – 481. Также среди студентов популярна сфера креативных индустрий, новых приборов и интеллектуальных производственных технологий. Всего в текущем году в рамках программы «Студенческий стартап» планируется отобрать 1500 бизнес-проектов по 7 направлениям. В августе ожидаются итоги 4-й волны федерального конкурса. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.